отходим чуть назад. Отходим назад. Молодцы. Молодцы. Была репетиция. Рома, приглашаем. Приглашаем тебя на центр. Давай попробуем восстановить все вот эти вот движения особенно. Да? Хорошо. Как вот, ну покажи, как вот ты их делал. Это будет первое наше движение. Вот так вот. И еще вторые ручки даже подменяешь. Да. Девчонки, запоминаем, запоминаем. Так. Следующее движение. Это было первое движение, когда лицом увиделось. Следующее движение. Второе. Какое оно у тебя будет? Давай попробуем. Покажи. Так. Это было второе движение? Хорошо. Ну, тогда повернись к публике лицом. Да, вот. Давай попробуем сделать второе движение. Вот оно, второе. Руки в боки. Так вот. Ну, попробуем что-нибудь такое. Для девчонок специально сделай вот. Второе, чтобы... Ну, не спробуй что-нибудь там. Чуть-чуть там. Вот. Покачали. Девчонки. Показали нам второе движение. Не спеша. Молодец, молодец. Чувствуй, знаешь, что он. Хорошо. Третье движение, давай попробуем. То есть первое было вот у нас вот так вот, да? Так, второе движение сюда, да, хорошо. Ну, девчонки, будем исполнение еще. А, да, то есть, конечно, настоять, да? Так, вот давай, какое следующее движение, вот третье. Третье движение. Ну, может быть, что-нибудь там, может, попрыгаем там, что-нибудь такое. Девчонки, у вас очень разнообразные движения. Третье движение будет такое. То есть вначале второе движение вот такое, вот оно здесь тоже ручки бок, а потом вот сюда вот. Или что? Моя команда справится лучше без меня. Понятно. Нет, ты должен просто быть начинателем. Начинать. Они в любом случае все-таки это уже умножат там последнее движение. Нужно последнее движение. Специально от тебя. Ну вот страстное какое-нибудь движение. Вот такое. Какое-нибудь, да, вот светится там, да, что-нибудь у нас вот так вот. Команду вам пристал пустить. Они обязательно, не переживай, запустятся, они уже сегодня по первому, да? Как только мы еще композицию уже запустятся. Ну вот последнее движение, какое-нибудь там, ну не знаю, такое что-нибудь. Ну для девчонок специально. Поддержим овации, не хватает. Почти как первое движение было, да? Девчонки, запомнили? Запомнили. Приглашаем, без музыки сейчас будет. Рома, приглашаем на центр, не уходим. Сейчас без музыки попробуем повторить. Давай, попробуем. Первое движение у вас было, да, вот такое? Да, первое движение. Так вот, и снова. Девчонки, повторяю меня, молодцы. Знаешь, как хорошо справляются? Вот сейчас мужчина зааплодирует. Второе движение. Поворачиваемся лицом к публике. Так. И не спешим, девчонки, не спешим. Рома обыграл движение. Следующее движение. Ну ты помнишь, что так просто, да? Девчонки, да? И повыше крутится на клуб. Вот только да. Отлично. Молодцы, да? Ну и последнее взрывное движение. Что ты помнишь, ты что ты там? Растяжка такая, да. Физкульт-привет. Да, вот. Ну да, девчонки, ну а вы там уже дальше исполните. Отлично, ваши овации. Встречаем! Девчонки, давай, первое движение! Давай, первое движение! Опа! Да, второй ножкой! Отлично! Переходим к самому сладкому, второе движение! Молодцы! Третье движение! Припрыжку! Оп! Да! Они это вот через нас! И последнее движение! И все, не поминируем! Да! Молодцы! Справилась команда с задачей? Молодцы, отходим назад.